Полежать в воздухе и принять особенную ванну. Это вовсе не развлечение, а лишь рядовые процедуры в Соловьевской больнице для детей с ожогами. В специализированном отделении пополнения среди нового оборудования противоожоговая кровать. Она позволит разместить ребенка, можно сказать, прямо в воздухе в условиях с комфортной температурой в 37 градусов и давлением. Это значительно ускорит процесс восстановления тканей. Кровать стала уже пятой по счету в больнице. Ожоговое отделение больницы Соловьева на 30 коек, единственное на всей территории Ярославской области, где проходят лечение как взрослые, так и дети. В год более 450 до 500 пациентов проходят через ожоговое отделение, в том числе детей. Дети занимают значительную часть, примерно до 200 человек. Вместе с кроватью в учреждение доставили несколько каталог. Одна из них для принятия душа. Основное приобретение для ожоговых пациентов. Она заменит прежнюю, вышедшую из строя. Совсем скоро в здравнице также появится новый наркозно-дыхательный аппарат. На оборудование было потрачено около 7 миллионов рублей. Все приобретено за счет средств попечительского совета «Десятилетие детства». В рамках внебюджетных средств оснащаются больницы и в том числе организуются поездки в санатории для детей. Это очень важно. Почему? Потому что прекрасные врачи-специалисты, очень хороший медперсонал в целом обеспечивают качественный уход, внимание к пациентам. Наша задача так, чтобы у них все было для этой сложной, но необходимой работы.